Всем привет! С вами Бравкович Татьяна. И сегодня я хочу с вами поделиться своим опытом. Ну, я сначала представлюсь, чтобы вы знали, кто я и что я. Я очень активный пользователь продуктов компании «Сибирское здоровье» и консультант. И продукты этой компании «Сибирское здоровье» «Siberian Wellness» ее еще называют. Они всегда очень здорово меня выручали, выручали меня, мою семью. И в очередной раз эти продукты пришли на помощь. И в очередной раз мы получили просто шикарнейший результат, причем в очень короткие сроки. Ну, сразу обрисую проблему. Низкий гемоглобин, дефицит железа. Причем узнали мы об этом, это у моего родственника. Узнали об этом чисто случайно, сдали анализы, было обследование, вот, и обнаружилось, что есть дефицит железа, есть дефицит белка. А дефицит железа, вы знаете, я тут много чего почитала и узнала, что дефицит железа может возникать в связи с проблемами желудочно-кишечного тракта, в связи с дефицитом белка. Вот, и вот у нас вот как раз вот та самая проблема. Но подошли мы к этой проблеме, естественно, комплексно. Были у врача, врач выписал таблеточки. Вот, знаете, я не буду называть, что там, чего там. Вот, но хочу сказать, что мы принимали, опять я говорю, подошли комплексно, мы принимали хелат железа. Я, кстати сказать, потом врачу рассказала об этом, что мы пили. Хелат железа, что это такое? Это самая-самая доступная форма железа, которая приближена к нашему, к нашей человеческой форме, скажем так. Вот. Почему подошли комплексно? Потому что сразу я опять вот в связи со своим уже имеющимся опытом, если есть дефицит белка, значит, нужно посмотреть на желудочно-кишечный тракт. И подошли мы комплексно в каком плане? Мы добавили вот хелат железа. Сейчас я его покажу вам, как он выглядит, что... Мы еще добавили порошок топинамбура, еще эльбифид, но у меня, к сожалению, упаковочки не сохранилось эльбифида. Эльбифид и вот такое вот спортивное питание. Вот. Это спортивное питание, не пугайтесь, это не страшно, это вкусно, это полезно, это безопасно. Опять же, что хочу сказать, прежде чем... Ну, не то, что прежде чем. То есть я уже понимала, что нужно попить. Но все равно к врачу мы сходили. На сайте. Вот хочу рассказать про немножечко про сайт Сибирского здоровья. Вы знаете, просто вот у меня просто слов нет. Вот руководство просто старается делать все для людей. Есть такая функция на сайте «Спрашивайте на здоровье». И вы знаете, вот можно взять консультацию специалистов, нутрициологов, врачей. То есть там можно отправить результаты анализов, там снимки, заключение врачей, то есть какие-то выписки. Вот это вот все. Плюс еще ваше описание вашего состояния, и вам консультант, тамошний консультант, это нутрициолог, это специалист, это не кто-то там, откуда-то непонятно кто, это специалист, он присылает программу, что нужно попить. То есть от и до, и эта программа, она убирает не только... сложившиеся дефициты, а и причину, из-за чего этот дефицит получился. То есть нам посоветовали
чай, комфортное пищеварение, вот это все, и еще там были ритмы здоровья. А вместо вот этого спортивного питания посоветовали батончик тоже из той же серии. Вот, но мы взяли спортивное питание и пили мы его, ну, если учитывать, что он его и раньше пил, вот, но тут как-то перерыв. Кстати сказать, вот я подозреваю, почему произошел такой дефицит белка. Мы исключили мясо, но сейчас, на данный момент, мы снова в свой рацион включили мясо. Но не потому, что вот мы какие-то там вот такие офигенные вегетарианцы. Нет, просто, вы знаете, хорошего мяса на самом деле, его, оно просто исчезло. Я покупала в магазине, но это когда ты жаришь мясо, либо тушишь мясо, и от него идет какой-то запах, какой-то животины, какой-то вот, я не знаю, вот, я даже не могу передать словами, но есть это нельзя. И поэтому мы решили от него отказаться. У нас в рационе курица, рыба, вот, а мясо мы так вот исключили. Но у нас открылся магазинчик совсем недавно. И когда я в этот магазинчик пришла, вы знаете, опять вот все чисто, вот вы знаете, вот прям все одно к одному, просто все вот одно к одному. И вот этот вот плохой анализ, и вот эти переживания, и тут выхожу на остановке, смотрю, магазин новый, мясо, думаю, да дай зайду, ну сколько можно, думаю, ну должно же когда-то. Вот, и вот в этом вот магазинчике потом я выяснила, что продается мясо, говядина, я посмотрела, хорошее мясо, сухое, все. Потом я выяснила, что, оказывается, существует вакуумное мясо, и бывает нормальное мясо, настоящее, свежее, только что, как говорится, вот. Еще вчера, как говорится, бегала, а может быть, даже и сегодня. Вот, и я купила, принесла домой, купила маленький кусочек, но мясо, что-то у меня экран тухнет, мясо, конечно, оно не дешевое удовольствие, тем более, что филе я покупаю только мякоть, только филе. Вот, пришла домой, все это потушила, попробовали. Нормальные, хорошие, вкусные. Вот теперь мы включаем в свой рацион мяса. Вот. Дефицит железа. Вот за сколько мы его убрали? И я еще пила сама лично, потому что, ну, чувствовала, что, ну, надо попить. Думаю, у меня тоже время от времени дефицит железа возникает. Вот. Неделя. Неделя. За неделю мы убрали дефицит железа. И практически убрали, ну, сейчас на данный момент дефицит белка тоже убрали. Вот, значит, что мы пили? Вот, порошок топинамбура. Это для кишечника. Это чтобы лучше работать, чтобы улучшить состояние микрофлоры. Вот, это такой порошочек, это овощной порошок, это разводится пол чайной ложечки в небольшом количестве воды. Это очень хорошая профилактика сахарного диабета. Это работа с щитовидкой, это кишечник, это желудок, это поджелудочное, это сохранение костей. Вот я назвала все то, на что действует вот этот вот порошок топинамбура. Значит, пьется он натощак, но, в принципе, можно его вмешать в кашу, в бульон, да куда угодно, в суп, в щи, там, без разницы. Вот, но если мы говорим такое целенаправленное, чтобы было направленное такое действие, это кофейная ложечка, либо пол чайной ложечки на, ну, я в небольшом количестве воды все это самое растворяю, и натощак. И выпиваешь. Он такой сладенький, приятненький, вкусненький. Вот, то есть это
Это вкусно, приятно. Во всяком случае, вот, кстати, кому хочется почиститься, тоже как вариант. Вот, никакого поноса, я когда его первый раз пила, эффект был, очищающий эффект был какой? Сколько пописать, столько и покакать. Вот так вот. То есть те, кто боится поносов, что там нести будет, нет, вот это вот как раз то самое. Так, дальше. Хелат железа – это самая-самая биодоступная форма железа, которая сейчас есть, вообще самая биодоступная форма железа, что есть сейчас вообще вот, на рынке вообще. Вот, сейчас вам покажу. У нас тут осталось уже чуть-чуть. Я покупала сразу две упаковки. Вот, вот такие вот, вот такая вот капсулка. Сначала пили, чтобы побыстрее убрать дефицит по две капсулы, а потом перешли на одну, то есть через неделю. Вот сейчас у нас идет профилактика. Первую неделю пили по две капсулы, потом перешли на одну. Одну капсулу в день. Вот, один раз. Вот, хелат железа. И белок. Это у нас спортивное питание, черничный чизкейк. Это целый такой пакет. Сейчас я вам покажу, что там внутри. Ну, чтобы вы представляли. Вот такой вот порошочек. Значит, здесь у нас есть еще мерная ложечка. Вот, была, но я ее, естественно, вытащила. Как развожу? Беру стакан молока, немножечко подогреваю, чтобы молоко было теплое. Ну, мы берем не мерную ложку, мы берем меньше. Мы берем чайную ложку, либо десертную ложку с горкой. Вот. И развожу это в молоке. И получается такой шикарный коктейль. Вот. И в этом коктейле, вы знаете, здесь очень большой состав. Так. Состав. Концентрат сывороточных белков. Порошок фруктово-ягодный, ягодная смесь, сок ягод черники, малины, земляники, ежевики, бузины. Так, сахар не более 0,7 грамма в одной порции. То есть это вот про сахар. Не более 0,7 грамма в одной порции. То есть это очень-очень мало. Патока, лимонная кислота, регулятор кислотности, ароматизаторы пищевые натуральные. Черника, малина, клубника, ежевика, бузина. Так, вот, в принципе, и все. Но здесь вот смотрите, у нас перечислены аминокислоты. Вы знаете, я не буду это зачитывать. Но здесь их очень много. Вот смотрите, вот целый список. Я в описании под этим видео размещу ссылочку на этот, вот на это спортивное питание, вообще вот на эти вот продукты размещу ссылочку, и вы сможете зайти и посмотреть, открыть эти ссылки, посмотреть состав, почитать отзывы, это все реально и все возможно. Вот. И даже, в принципе, по этим ссылкам можно сделать заказ по этим ссылкам. Так, ну, в принципе, вот я с вами поделилась своим результатом. То есть я хочу сказать, что продукты сибирского здоровья, вот мне говорят очень часто, я такое очень часто встречаю, особенно когда хотят зарегистрировать в другую компанию. Такие предложения поступают. Но, знаете, в компании «Сибирское здоровье» для меня, для моей семьи есть все. Продукты сильные. Вот. Хотя мне пытаются меня убедить, что это слабые продукты, они плохо работают. И, вы знаете, вот все в таком духе. Нет. Я хочу вам сказать, что продукты здесь сильные, они работают. И работают, я бы сказала, на ура. Сколько раз они нас выручали. То есть вот это все не с пустого места. Вот это все я рассказывала врачу. И врач сказала, да. Да.
Вот, то есть дефициты убрали, достаточно быстро дефициты убрали, потому что вот эта вещь усваивается очень здорово, очень здорово. Ну и плюс мы еще помогли, убрали дефицит белка, который был причиной нехватки железа, потому что вот когда у вас есть маленький гемоглобин, вы обратите внимание на свой рацион, обратите внимание на... А какой у вас желудок, как у вас вообще работает желудочно-кишечный тракт, сдайте в конце концов анализы, сдайте анализы. Вот, и еще что хочу сказать, что в компании «Сибирское здоровье» делается все для того, чтобы человек себя чувствовал комфортно. Ну, например, что вот я захожу на сайт, что я вижу? Во-первых, я могу задать вопрос. Я могу, как говорится, у меня есть кому пожаловаться, у меня есть с кем посоветоваться. И у меня есть у кого получить бесплатно, заметьте, бесплатно получить консультацию. Вот мне надо сейчас, и вот срочно, то есть я где-то когда-то там к врачу записалась, это еще будет где-то там через неделю, а мне надо вот... И они отвечают достаточно быстро, самое долгое это 3 дня. Вот, опять же... Есть вебинары. Я захожу, если я что-то хочу узнать более подробно, если я хочу докопаться, есть обучение, есть школа, есть курсы. То есть на сайте можно выучиться на нутрициолога. Все возможно. Есть вебинары, там, где все рассказывают. Прям вот все, от А до Я все раскладывают. Откуда этот дефицит взялся? То есть, если вы начнете раскапывать какие-то свои проблемы, вы это все вполне можете сделать на сайте. И это все реально. Вот. Поэтому, ну, ссылочка на регистрацию тоже здесь будет, здесь. Под этим видео все необходимые ссылки. Опять же, у меня есть группы в WhatsApp и в Telegram, где я каждый день выкладываю какую-то полезную информацию. Вот сегодня я, например, выложила информацию про кислотность. Очень часто люди интересуются. А вот что делать, если у меня повышенная кислотность? А что делать, если у меня... пониженная кислотность. То есть сегодня была тема про желудок. Я пока размещала эту тему, я тоже много чего поняла про желудок. Вот. Почему у нас так весело работают наши желудки? Вот. И что делать для того, чтобы желудок работал нормально? Как определить, в конце концов, какая у тебя кислотность? Ну, чтобы не идти к гастроэнтерологу, не каждый же хочет трубку глотать. И вот я там разместила информацию, как проверить, какая у вас кислотность, пониженная, повышенная, есть ли она вообще у вас там, эта кислотность. Вот. А консультанты в компании, вот если вот вы проверили, увидели, ага, проэкспериментировали, поняли и написали на сайт компании и сказали, вот у меня такая-то вот кислотность, вот что мне делать. И вам выдадут в соответствии с вашими этими... с вашим запросом, в соответствии с вашим рассказом, вам выдадут рекомендацию. То есть это работает именно так. Но если вы сходили еще к гастроэнтерологу, если вы сделали анализы, вот, и эти анализы показали, то есть специалисту, и вам программу вашего оздоровления выдадут еще точнее. Вот, то есть подход абсолютно индивидуальный. Но самое главное, что это бесплатно. И регистрация в компании, она тоже бесплатная. Вот, поэтому вот я буду рада вас видеть в своей команде. Если вам это нужно, если вам нужны такие вот консультации, если вам нужна информация, хотите оздоровиться, ссылочки все здесь, под этим видео. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч и до новых роликов.